Иванович, выйди сюда! Вот вам еще, девоньки, перебирайте. Барин-то со своим театром всем мужикам бороду-то посбривал. Щит велелепный, дивно украшенный. Шлем на главе его четверобляшный зыблется. Тихо. Хорошо. Но еще чуть-чуть. Говори. Шлем. Барин, карета. Стой! Стой! Я тут! Стой, стой! Оленька! Ну, Оленька! Оленька, тебе письмо из Петербурга! Оленька, душа моя! Тебе письмо! Оленька, Оленька! Оленька! Оленька, тебе... Это... Владыка! Вот ты где! Я здесь! Оленька! Ловите меня! Ловите меня! Попался? Оленька, тебе пакет из Санкт-Петербурга! Это от брата. Надо ехать, Оленька. Все-таки граф Зубов приглашает, как-никак. Навестим. Столичную жизнь познаем. Закончим заготовки и поедем. А на хозяйстве Петра оставим. Петербург, как-никак, Оленька. Столица. Здесь у нас так хорошо. Спокойно. А мы ненадолго. Довезти мы назад. А? Как бы удастся. Какая сила! Какая мощь!
Ой, вы меня напугали. Ладно. Ладно. А вы возьмите вот этот перс. Что? Это целое состояние. Кто это? А разве это? Соперник черного дьявола! Где ему? Там, знаете, дьявола, даже мала. Я здесь, чтобы еще раз напомнить об одной услуге, которую оказал вам. Ха, ну разумеется. Топлена черного дьявола! Поединок сейчас начнется! Кто еще нам подставит? Дьявол, врежь ему! Или еще не кричит, вижу его! Лорд Витвард, сэр. В то время как душевная болезнь Его Величества с каждым днем прогрессирует, а принцы спиваются, нам только и остается, что воскликнуть: Боже, спаси Англию. Зная ваши способности, мы решили поручить эту миссию именно вам. Скоро в Европе начнется большая война. И мы пригласили вас сюда, милорд, для того, чтобы угроза вторжения французского экспедиционного корпуса на Британские острова так и осталась бы угрозой. Я сделаю все, что смогу, господин министр. Лучший в мире британский флот и самая сильная сухопутная армия армии России должны быть заодно в борьбе с французскими цареубийцами. Сегодня же вы отправляетесь послом в Санкт-Петербург. В Петербург. Опять.
Поднять бы сейчас два моих гатчинских полка, а? Выставить бы пушки и расстрелять картечью всю эту сволочь, а? Ваше высочество, слава богу, императрица дожила до таких лет, что не сегодня-завтра всякое может случиться. Терпение, ваше императорское высочество, и вы без всякого шума скоро станете русским царем. Вы как ребенок. Она убьет меня скоро. Или в монастырь сошлет. Я столько времени при этом дворе, как ребенок. Матушка. Жаль, сил у нас нет. Родная моя, ну наконец-то. Жеребцов, муж Ольги. У Потемкина-то штаны на миллион бриллиантами обшиты были. Ох, скупа стала матушка императрица, ох, скупа! Как ты можешь так о ней говорить? Не верю своим глазам, ваше высочество. Как хороша. Прекрасная графиня Ольга. Помню, при дворе еще девочкой. Родная сестра Зубова. Но кажется, теперь с мужем. Ну все, все во дворец. Да, выросла. Знаю. Хорошо. Эко немцам-то вырядились, ваше высочество. Матушка опять недовольны будут. Французы хоть и безбожники, а одеваться умеют. Французы и убили своего короля. И этому искусству они научились в России. На мне мундир того полка, коего я являюсь командиром! А вы? А я не играю в оловянных солдатиков в 40 лет.
Не сердись, Петрович. Ты же знаешь, я в шутку. Ну, пойду, а то как же царица-то без меня? Всему свое время, ваше высочество. Простите. Ты мой единственный друг. Сейчас же в Гатчину. Ты со мной? Ее Величество, императрица! Матушка, моя сестра Ольга из деревни пожаловала. Оленька, выросла, сестричка. Я рада поздравить Ваше Величество с годовщиной восшествия на престол. А вас я не знала. И я вас не знал, матушка. Где же вам меня знать, бедную вдову? Жеребцов, столбовой дворянин, записан в бархатной книге. Знаю, знаю. У меня для вашей семьи есть подарок. Боже мой, Чарльз, я не верю своим глазам. Я пожертвовала ради тебя всем. Своей честью, честью своего мужа, именем, наконец. Я даже сделала то, что ты всегда хотел. Да, я приняла католичество. Чарльз, милый. Чарльз, ты же говорил, что любишь меня. Эй, осторожней! Посланник из Турции Уруш Бенадиль. Ваше императорское величество, примите сей подарок от моей страны. Извините, тяжелый. Я бы вставил ему эту алмазную дрянь, куда нужно. Посланник его величества, короля английского Георга III, лорд Витворд. Ваше Величество, на годовщину вашего восшествия на трон я от имени английской короны приготовил для вас этот экзотический подарок. Это неизменный атрибут судопроизводства в Индии, нашей колонии. Сюда должен сесть человек. Этими веревками его можно крепко привязать.
И если несчастный украл, ему отрубают палец. Если убил, его лишают головы. Эффективно. Если же он посмел обесчестить чужую жену, как мило. Я думаю, бананы подойдут для этой цели как нельзя лучше. Раздайте дамам бананы! Раздайте! Ух ты, как разлетаются-то весело! Великолепная машина! Отличная машина. По-моему, надо попробовать что-нибудь покрупнее. Я бы сказал, двух гатчинских полков хватит, чтобы перестрелять всю сволочь. Сволочь? Так точно, сволочь. Прелесть какая! Браво! Молодец! Оленька! Оленька, ты где? Посмотри! Чего только не придумаешь, чтобы развеселить двор. Хотя вам, насколько я вижу, отнюдь не смешно. Неужели вы устали от шуток в стиле Ее Величества? Я здесь недавно. Тем не менее, вы к ней близки. А где ваш муж? Вам скучно и хочется домой, верно? Признаюсь, мне тоже скучновато. Пройдемся. Вы любите сказки? Все женщины любят сказки. Им подавай большое светлое чувство, когда принц завоевывает принцессу. А она отдает ему свое сердце и свою честь. А потом у них появляются дети. Такие маленькие, крикливые. Вы любите детей? Не бойтесь. Я всего лишь спросил, любите ли вы детей. Вы непременно родите мужу наследника, принца. Thank you.
Во всяком случае, сейчас Россия, считая раздираемую гражданской смутой Францию недостойным для себя противником, ни при каких обстоятельствах не станет с ней воевать. Эй, эй, ну скажи хоть что-нибудь. Он слишком много знает. Поэтому в Палестине ему вырвали язык. Ой. Боже мой, ты не шутишь? Хотя в этом что-то есть. Щекотно. Аккуратно. Необходимо время и должным образом совпавшие обстоятельства, чтобы события приняли нужный нам поворот. Лорд Витворд. Дипломатической почтой. Дорогой принц, искренне сочувствую тебе в твоих финансовых и любовных неудачах. Надеюсь, ты еще не забыл об услуге, которую я так любезно оказал тебе. Ведь, что бы ни говорили, дорогой принц, но за все надо платить. А вот мои заботы куда приятнее твоих. Чарльз, Чарльз. Представь, я увлечен одной русской дамой. Милый. Чарльз. Еще маленький долг службе, дорогая. Настолько восхитительной, что приходится эй, лишь пожалеть, что она не твоя жена. И, следовательно, не наша будущая королева. Я говорю об этом со спокойной совестью, ведь между нами еще ничего не было. Милый, я больше не могу. Она добродетельна, а я сознательно растягиваю удовольствие. Ее имя графиня Ольга Зубова. Она настолько мила, что я совсем потерял голову. Но это не значит, что я забыл о твоем долге передо мной. Береги себя, Джордж. Ты нужен Англии и всему миру. Твой Чарльз Витворд. Вы звали меня, Ваше Величество? Дитя мое, подойди ко мне. Я знала тебя еще ребенком. Силы меня покидают. После моей смерти все полетит прахом. Ваше Величество, Бог милостив, вы прекрасны. Россия благоденствует. Ну, неужели ты начнешь льстить мне?
Я знала твоего отца. Достойнейший человек. Красавец. Ольга, я знаю цену тем, кто меня окружает. Слушай, сын мой сумасшедший. Он ненавидит меня за смерть своего отца. Я решила лишить его права наследования короны российской. Ваше Величество, злые люди оклеветали перед вами вашего сына. Ольга, ты недавно при дворе. Еще не стала такой же, как все остальные. Тебе я могу довериться. Вот бумага, собственноручно подписанная мной. Власть переходит ко внуку моему, Александру. Государыня, кто знает, приблизив к себе сына, не отогреете ли вы тем самым его сердце, возможно, любящее вас? В случае необходимости ты засвидетельствуешь мое завещание. Оно будет здесь. Что вам угодно? Нет. Господа! Господа, оставьте меня! Нет! 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 Душа моя. Оленька. Оленька, где ты была? Я так волновался. Говорят, Екатерина плоха. Теперь Павел император. Что ж теперь будет с нами, Оленька? Да и домой нам давно пора. Наше хозяйство без присмотра. Оленька, душа моя, сеять надо. Весна скоро. Недобро здесь, в Петербурге. Недобро.
Ваше высочество! Матушка ваша! Государыня! Удар! Екатерина написала завещание. Да куда вы? Сюда престол должен перейти. Прочь, дороги! Уйди, старик! Екатерина умерла. Пошел вон! Не погуби, государь! Не погуби, государь! Не погуби! Спасете меня. Милорд, над Англией нависла серьезная опасность. Французская армия планирует военные действия против Британии, предварительно заключив с Россией соглашение о союзничестве. Известно, что император Павел уже ведет соответствующие переговоры с Наполеоном. Министр иностранных дел, лорд Уильям Гренвилл.
С братом простилась? Да. Попрощались, не предупредили. Уезжаете. А мы здесь в неведении остаемся. А случится что с вами? Нехорошо. А вы, любезнейший Александр Алексеевич, что это? Вы что? С тех пор, как во Франции черни убила своего короля, наш государь не выносит ничего французского. Живя в нашей богоспасаемый и, следовательно, застрахованный от подобных происшествий России, благоразумно считаться со вкусами нашего государя. Да ну что вы, я в этих модах никакого... Да вы сядьте, Александр Алексеевич, в ногах правды нет. Сядьте. Пока мужа нет, давайте прямо к делу. Я без ума от вас. Что? Не о душе идет речь, Ольга Александровна, а всего-навсего о грешном теле. Кстати, государь вот-вот узнает, что вам известно содержание некой бумаги, подписанной покойницей императрицей. Такие муки. Из-за французской шляпы. Шляпы. А тут явный заговор против государя. Что будет, Ольга Александровна? Что будет? А если государь узнает о том, что вы потворствуете опасной преступнице? Да он все сделает, как скажу я. Кто в государстве главный? Я! Ну, мне хотя бы надо переодеться. Прекрасно. Ступай скорей. А то солдаты тебя приведут. И в этом кресле отпочают. Я не смогла уехать, как обещала вам. Палин шантажирует меня завещанием.
Скажите брату и всем остальным, что Павел незаконный император. Сейчас нужно действовать, а потом все будет хорошо. Именем государя императора откройте! Через черный ход. Вы со мной? Да. Но не сейчас. Не сейчас. Какое вы имеете право? Покажу, не положено. Убрать его. Я... Английский посол. Все идет по плану. Надеюсь, ваши жандармы не будут слишком быстры.
ты губишь свое здоровье, и я по долгу службы опять занят маленькой революцией. Ольга Зубова оказалась способной ученицей и выполняет все свои обещания, в отличие от тебя, милый Джордж. Как говорят здесь, долг платежом красен. Твой Чарльз Витвард. Они кричали бы еще громче, если бы меня волокли на эшафот. Фуше, налейте мне еще. Фуше, налейте мне еще. Кстати, об эшафоте, Фуше. Когда вы в свое время в конвенте голосовали за казнь короля, вряд ли думали, что так все обернется. Признайтесь. Я действовал совершенно сознательно, дабы очистить трон для достойнейшего. Браво. Но трон — это пустяки, Фуше. Главная власть. О! Индия. Этот поход погубит его. Напишите императору Павлу, что мы вместе пойдем на Индию. Ваша голова уцелеет, если его закружится. Да, мой генерал. Говорят, что император-то и не император вовсе. Тихо ты, услышь что. Верно тебе говорю. Матушка Екатерина, царствие ей небесное, говорят, завещание написала. И в завещании все так и прописано. Что, дескать, император-то и не император вовсе. Павел-то, ну, а наследником Сашка, внук. Брехня. Вот тебе крест. Все равно брехня. Я еле добралась. Всюду проверяю документы. Думала, не доеду.
Графиня, мы готовы выступить прямо сейчас. Ура! Я жду ответа от своего друга. Это неделя или две. Мы будем точно знать подходящий момент. Господа, все пропало. Жандармы. К оружию, господа! К оружию! Вы с ума сошли, господа! Откройте дверь! А накурили-то, господа, накурили! Не трогайте их. Возьмите меня. Ах, оставьте. Видно ж, всем не в моготу. Я с вами, господа. Жонку пьете? Не дело, господа, шампанского! Ура! Так, милорд, это не шутки. Это официальное объявление войны. Это безумие. Я только что объявил войну Англии. У господина посла есть сутки для того, чтобы покинуть Россию. Платова привели? Да, государь. Ну и где же он? Я успел уйти. Все идет по плану. Ничего не забыли, милорд? А как же я? Вы что, графиня, дура? Ваш багаж, графиня. Пора пойти помочь нашим. Не время, господа. Я от графа Зубова. Охрана поднялась. Нужна поддержка. Граф! Поддержка нужна! Эх!
Вы законченный подлец, граф! Вы осмелились покуситься на жизнь законного государя! Я прикажу арестовать вас! Взять его! Я сказал взять! Защитим законного государя! Все кончено, граф! Что? Павел убит! Защитим! Защитим жизнь законного государя! Будущего императора Александра! Во дворец, господа! Во дворец! Во дворец! Срочно приведите великого князя Александра в чувство. Нужно ему сказать, что отец его скончался от удара. Пусть идет царствовать. Я посмотрю. Вы его так отделали. Треуголку я где-то потерял. Видишь, Павлик, наша взяла. Выяснили, кто совершил убийство императора Павла. Генерал. Мой генерал, мы знаем, кто организовал покушение на императора Павла. Генерал, мы точно знаем, кто убил русского императора Павла. Вы слышите меня? Я думаю, теперь точно войны с Англией не будет. Разрешение нужно. О! Ты где уж? Откуда взять-то? Ладно, иди. Благодарствую, солдаты. Стой! А Павла жалко. Молодой еще, и удар. Так, сударыня. Открывай! Протяните друг другу правые руки. Согласны ли вы взять мужья этого мужчину? Да.
А вы согласны взять в жены эту женщину? Да. Вдова герцога Дорсетского. Это же второе состояние в Англии. Угу. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Отныне и навеки объявляю вас мужем и женой перед Богом и людьми. Вместе вы будете нести печали и радости, и никакая сила... Чарльз! Кто это Чарльз? Кто это? Какая честь для меня. Да что для меня? Для всей Англии. Позвольте представить... Графиня Ольга Зубова. Человек, который остановил войну. Эта маленькая хрупкая женщина сумела сделать то, что оказалось не под силу мужчинам, уверяю вас. И, кстати, наше правительство по достоинству оценило ее заслуги. Ей будет выплачено солидное вознаграждение. Но разве может любой гонорар сравниться с той пользой, которую этот человек принес Англии? Да что Англии, господа? Эта хрупкая женщина оказала услугу всему миру. Потрясающе, грандиозно. Спасибо, Ольга. Спасибо, Ольга. Да уберите же ее отсюда. Это подвиг потрясающе. Спасибо, Ольга. Спасибо. Спасибо. Благодарное человечество не забудет вас. Грандиозно. Спасибо, Ольга. Одна из пик роль королей. Как я. Ты солнце. Ты море. Ты... Ты райское небо. Небо, ты то... Где никто никогда еще и не был. Ты ножницы, камень, бумага, ты пакли, пакли, ты кислая сладость, ты капелька и... Капли. Ты капелька капли? Ты капелька капли! Не забыли ли вы ли вы? Нет, не забыли ли вы, принц, об одной... услуги. Ой. Мы не забыли. Мы не забыли. Долг платежом красе. Да я знаю, знаю. А когда? А когда? Чё-чё? Когда? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Да хоть сейчас! Что вы делаете, Джордж? Я люблю вас, Ольга. Я люблю вас, Ольга. Я люблю вас, Ольга! Я люблю вас, Ольга! Я люблю вас, Ольга! Я люблю вас! Что вы делаете, Джордж? Джордж, что вы делаете? Куда? Джордж, перестаньте, Джордж. Ой, перестаньте. Ну что вы делаете? Джордж. Оль... Прекратите. Ольга. Джордж хочет Оленьку. Оля. Оля. Оля.
Я предлагаю вам убить Витфорда. На днях он отправлен послом во Францию. Зачем вам это нужно? Я не могу отказаться от престола. Не могу. В случае вашего согласия, моя рука и все королевство ваше. Подумайте. Неужели вы действительно думаете, что я стану вашей женой? Да. Почему нет? Оставьте, принц. Это все глупости. У меня другие условия. Англия больше никогда не будет вмешиваться во внутреннюю политику России. Никогда. Отречься от престола. Не могу! Вам скучно, Чарльз? Вы. Говорить буду я. Английский принц растратил всю казну, и Англия находится в тяжелом финансовом положении. Начались волнения, но вы помогли принцу отчитаться за бездарно потраченные деньги. Вы списали их на войну в Палестине, но за это вы попросили его об одной маленькой услуге. Отречься от престола и провозгласить республику, после чего власть в Англии, конечно же, перейдет к вам. Генерал в правой ложе, та женщина, которая организовала переворот в России. Взять ее. Я верила вам. И император Павел убит. Я верила вам. И с моей помощью вы поссорили Россию и Францию. Вы использовали меня. А я верила вам и любила. Браво. Вы больны, Витвард. Я здесь, чтобы убить вас. И с места, мадам, взять ее.
давайте. Вы слышите, Мальта или война? Я передам ваши слова моему правительству. Под моим началом находится почти миллионная армия вторжения для захвата других островов, британских. Итак, война неизбежна. Это зависит только от вашего правительства. Аудиенция закончена. Прощайте. Простите. Я понимаю, что в данных обстоятельствах моя просьба неуместна. Но я прошу вас освободить из-под стражи арестованную вчера вечером по вашему приказанию графиню Зубову. К последним событиям она не имеет никакого отношения. Вы ошибаетесь. Я прекрасно осведомлен о ее петербургских похождениях. Тогда, как и сейчас, интрига была спланирована в Лондоне. Я приказал ее расстрелять. Становись. Готовься. Цельсь. Это невозможно. Она беременна. На войне все возможно. Кстати, не вы ли отец? Нет. Отец английский, наследный принц. Итак, число претендентов на английский престол пополнится отпрыском дегенерата и авантюристки. Я не могу отказать себе в удовольствии.
остановить. У вас есть 24 часа, чтобы покинуть территорию Франции. Документы в порядке. Моя. Побежи, покричи, покричи, кричи. Солнышко мое. Ну, господи. Марфа, теперь у нас в семье свой принц будет, а? Потом, потом, барин. Ой, капучка. Лапушка моя, у нас в семье уходи, свой. Уходи. Потерпи, Олюшка, потерпи, девонька. Дайте барыне попить. Потерпи. Скоро уже. Скоро. Воду согрели. Согрели, согрели. Вот он, родим этого ребеночка. И сразу надо будет снова рожать нашего русского.
Когда в глухой ночи опять буш...